Сегодня празднование Дня России в Тюмени прошло под сухим законом. Как сообщили в администрации города, продажа спиртных напитков в этот день была запрещена. Несмотря на то, что реализация алкоголя в кафе и барах в принципе разрешена, но вынести огненную жидкость запрещено. А вот в Крыму широко отмечали День России. На полуострове целый ряд развлекательных мероприятий. Также Москва и Санкт-Петербург широко чествуют праздник страны.